Друзья, Honda Shuttle – это универсал, который пользуется популярностью не только на японском рынке, но и на российском. Сегодня мы подробно остановимся на этом автомобиле, и я вас познакомлю с владельцем этого автомобиля. Он расскажет все плюсы, если есть какие-то минусы, укажет на них. И самое главное, вопрос, который больше всего всех интересует, расскажет, за какую стоимость этот автомобиль приобрелся. Не будем тянуть, поехали. Друзья, данная модель в таком кузове стала выпускаться с 2015 года. До этого была Honda Fit Shuttle, но совершенно в другом кузове. Ничего общего с этой моделью она не имеет. Но только, может быть, габаритные размеры. Тут дизайнеры, конечно, хорошо поработали и сделали просто космолет. Мы сейчас позже чуть пройдем в салон, и вы сами все увидите. Ну, давайте, пока не отходя от кассы, пока мы здесь стоим, сразу откроем капот и посмотрим подкапотное пространство. Друзья, здесь двигатель 1.5, 110 лошадиных сил. Эти двигатели уже давно себя зарекомендовали. Такие же двигатели ставятся на Honda Vezel, на Honda Grace, на Honda Fit. Владельцы никогда не жаловались на эти двигатели. Я бы сказал, они неубиваемые. Они ездят, и я думаю, будут ездить, никаких проблем не будут испытывать. Что еще? 22-киловаттная электроустановка здесь стоит. Ну, а что вот некоторые люди боятся, когда приобретают этот автомобиль, это трансмиссия. Трансмиссия здесь роботизированная, но если, как я уже указывал в ролике про Honda Insight, так же, как и с вариатором, если вы будете соблюдать некоторые пункты, то эта трансмиссия вам прослужит долго и счастливо. Но какие же пункты нужно соблюдать? Это, во-первых, менять трансмиссионное масло в срок и после замены трансмиссионного масла делать калибровку. Стараться не газовать, там, не рвать со светофора. И робот боится, когда долго буксует, то есть зимой стараться не буксовать, летом где-то не забуриваться в песок. И если эти будете пункты соблюдать, вы будете ездить долго и счастливо на этом автомобиле. Все, в принципе, здесь больше сказать не о чем, потому что, ну, все то же самое, что и на Honda Fit. Ну, а теперь давайте пройдемся в салон и посмотрим, что там у нас. Друзья, места здесь достаточно. Смотрите, у меня 1,80 м. Вот я отодвинул сиденье, так как мне удобно. Что у нас здесь по салону? Комплектация здесь хорошая, полный мультируль. Здесь имеется круиз-контроль, управление музыкой, подрулевые лепестки, с помощью которых вы можете переключать передачи, менюшечка. Здесь у нас, в принципе, по стандарту это отключение кнопка датчика дистанции. То есть, если вы вдруг не увидели впереди идущий автомобиль, не успели затормозить, автомобиль это сделает за вас. Антизанос, ну, туманки. И есть эко-режим, так как это у нас гибридная версия, да. Ну и в хондовском стиле, что мне здесь очень нравится, вот во всех моделях Honda, также делает и Honda Vezel, и Honda Fit, в принципе, примерно одинаково. Это сенсорное управление климат-контролем. Климат-контроль здесь сделан очень качественный, то есть даже при минусовых температурах здесь ничего не лагает, все очень быстро работает, ну, сделали круто. Просто сравните, вот вспомните, какой салон у Toyota Fielder, да, ну это можно сказать, это конкурент Honda Shuttle, потому что и Toyota, и Honda Universal, оба гибрида, но там совершенно салон более скудный и совершенно не такой. Дальше, смотрите, в хондовском стиле мне тоже нравится. Это сделано рычаг коробки переключения. Тоже очень оригинально. Honda, просто ребята из Honda молодцы. Ну и имеется слева бардак. Бардак, в принципе, у нас вместительный. Все, что вам необходимо, вы можете здесь засунуть и положить. Ну и, как и во многих моделях, 4 кнопки стеклоподъемники и управление зеркалами. Давайте теперь пройдемте назад. Смотрите, напоминаю. 1,80 м.
сиденье отодвинул так, как мне удобно. Сажусь сам за собой. И посмотри, сколько здесь еще места. Вот у меня кулак свободно помещается. До крыши тоже кулак, а то и полтора помещается. То есть очень все удобно здесь сделано. Давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Багажник здесь довольно вместительный. Если вы ездите с маленьким ребенком, коляска здесь вообще без проблем поместится. Сумки, там все что угодно. Кроме этого, помимо этого пространства, есть у нас еще вот здесь вот ниша, куда вы можете мелкие какие-то сумки или мелкие вещи положить. Под этой нишей есть еще одна ниша. Конструктор здесь прям такой. Вот, смотрите, здесь у нас в этой нише имеются ключи. И это жидкость для ремонта порезов. Кроме этой ниши, здесь еще имеется вот какая штука. Здесь у нас закреплен домкрат. То есть здесь реально много разных кармашков, много различных ниш. Поэтому пространство вам точно не будете здесь обделены. И кроме всего этого, здесь еще имеются вот такие ниши маленькие с левой стороны. И такая же ниша с правой стороны. Будем ее открывать. Смотрите, если вы вдруг отправились, допустим, в путешествие на этом автомобиле, либо поехали на природу на этом автомобиле и без палатки, да, захотели переночевать. Давайте откинем здесь сиденье, посмотрим, какое пространство образуется. Смотрите. И что самое классное, что мне больше всего нравится, что здесь, когда откидываешь сиденье, то появляется просто ровный пол, ровная поверхность. Ну, это практически, я не знаю, двуспальная кровать. Я думаю, что если вот так вот вдвоем здесь заночевать, будет комфортно. Особенно если матрас постелить надувной, то это вообще как двуспальная кровать. Давайте, кстати, проведем эксперимент. Мне интересно даже, вот я помещусь, 1,80 м, будут у меня ноги упираться или нет? Вот спокойно, кстати, ложусь. Прям впритык я помещаюсь, но это вот по прямой. Если по диагонали, я здесь вообще буду просто как король лежать. Ну, даже если вот. Вот я ложусь, пожалуйста. Прям впритык. Я думаю, багажник закроется, проблем никаких не будет. То есть, пожалуйста. Куда-то в путешествие на этом автомобиле отправиться вообще. Милое дело. Ну, если что-то перевозить, там, не знаю, в холодильник тоже залетит просто. Как родной сюда. Дальше. Еще что хочу показать. Закрываем багажник. Автомобиль на самом деле многофункциональный. Поднимаем сиденье. Одно, второе. Кроме всего этого, здесь, смотрите, есть какая фишка. Поднимаете вот так сиденье. И здесь еще дополнительно пространство. То есть, если что-то габаритное, перевести что-то еще, пожалуйста. Вот, фиксируется. Все, пожалуйста. Грузите, ставьте все, что хотите. Дальше. Еще интересная штука, что здесь можно регулировать наклон спинки. Сейчас не буду демонстрировать, но на примерно сантиметров 5 она откидывается назад и двигается. Тоже можете подрегулировать так, как вам комфортно. Так, ну что, теперь давайте я вас познакомлю с счастливым обладателем этого автомобиля. Сейчас он зайдет в кадр, и мы зададим ему несколько вопросов. Друзья, вот он, счастливый обладатель этого автомобиля. Это Иван. Иван на этом автомобиле ездит примерно около 2 месяца, да, уже получается? Вот, смотрите, до этого он владел Грантой, но до Гранты, сейчас просто могут там писать, с Грантой пересел, конечно, ему комфортно. До этого он ездил на праворульных автомобилях, то есть он знаком с японским автопромом, ездил на комфортных автомобилях. То есть, когда он приобретал, он знал, что это такое. Поэтому давай, мы не репетировали ничего, прямо сейчас сходу тебе спрошу, что мне интересно, я думаю, там людям многим будет интересно услышать. Скажи, первые впечатления твои, когда ты приобрел вот автомобиль, сел на него, там, поездил, какие плюсы заметил, увидел, если есть, какие минусы, что бы ты, может быть, хотел доработать, если бы, возможно, это было в этом автомобиле, расскажи. Еще раз всем привет. Да, автомобиль приобрел 2 месяца назад. В общем, из минусов. Минус только один на аккумуляторной батарее. Все остальное только плюс. Многих может смутить то, что правый руль, обгон тяжело, все плохо. Да, если на однополосной трассе, это, ну, некоторые дискомфорты создает. Но, как мне один очень взрослый и очень мудрый мужчина сказал, не надо спешить. Как бы
Ну, в данном автомобиле там есть спорт-режим, и мощности более чем хватает, чтобы совершить обгон, если немножечко там приноровиться. А так, первое, с чем я столкнулся, что мне поначалу не понравилось, это все говорят, то, что вот Honda жесткая. Блин, жесткая. Реально жесткая. Но когда мы вот с семьей буквально недавно ездили в Санкт-Петербург, я понял, в чем прикол этой жесткости. Дорогу держит идеально автомобиль. На скоростях, да? Вообще, как влетая просто. И ты, ну, едешь и кайфуешь от дороги. Реально, с этим автомобилем я реально впервые в жизни кайфанул от вождения. Тем более, да, после того, как я пересел с Гранта, это вообще небо и земля. А до этого, получается, был у меня самый первый мой автомобиль, это Креста, 90 кузов. Идеальная тачка. Если бы не расход, мне кажется, ездил бы до сих пор. Следующая была Toyota Wheel VS. Редкая машина достаточно. Вот именно взяла своим футуристичным таким дизайном. Вот. Поэтому, когда я брал японский автомобиль праворукий, я точно знал, что никаких проблем по качеству не будет точно. Вот. Расскажи, ты когда ее, ну, начал на ней ездить, ты сразу же решил заменить все жидкости, да? Да, да. И обслужить ее по полной. Расскажи, что ты заменил, ты сделал и какая стоимость всего этого? Получается, я заказал трансмиссионное масло, заказал на всякий случай антифриз, заказал моторное масло, фильтра и заказал свечи. Где-то все мне вышло 1015. 15. Почему? Потому что дорогие были свечи. В принципе, те свечи старые можно было не менять, но я решил перебдеть, скажем так. 15 это у тебя вышло запчасти плюс только, работа? Только запчасти. Только запчасти. Только. Почему? Потому что одна свеча стоит 1500. А, ну понятно. Соответственно, 4 свечи 6000. Если бы свечи убрать, львиная доля, да, это да, львиная доля. Тоже стал вопрос по поводу обслуживания, как это всех пугает, как это все неизвестное, гибриды, что с ним делать, куда везти. Обслуживают гибриды у нас в Воронеже, есть хороший парень, если кому надо, контакты дадим. Он и перепаивает батареи, если это очень нужно, и калибровки все делает, то есть все замены масел, замена антифриза и прочее, и калибровка робота мне вышла 4500. То есть дорого-недорого, как по мне, это совсем недорого. Я считаю, что это совсем, да, недорого, потому что сейчас обслужит даже русский автомобиль, мне кажется, выйдет, ну, не меньше. Ну, не дешевле точно. Да, не дешевле. Но еще можно сказать, что отечественный автомобиль будешь обслуживать чаще. Да, ну вот смотрите, как раз я и говорил, что нужно после замены делать калибровку робота. Вот как раз Иван тоже то и сделал. И правильно сделал, потому что некоторые как раз этого боятся. Где делать, что делать, даже в нашем городе, ну пусть он там миллионник, но это не самый крупный город, никаких проблем не появилось, то есть нашли человека, который это делает. Поэтому я думаю, что даже если люди какие-то живут в каких-то маленьких городах или поселках, могут в областной центр там раз в год доехать, кто как ездит, да, или раз в полгода, и найти мастера, и вам все это сделают. Причем по времени это заняло не спехом, мы пили кофе, курили трандели, два часа. Это вот на полнейшем расслабоне. То есть все это делается быстро, в плане конструктива все там доступно, также все эти фильтры откручиваются свободно, то есть все в свободном доступе, нет каких-то там сложностей, там не нужно руку ломать в трех местах, чтобы достать этот фильтр и прочее. Еще плюсом большим могу назвать это то, ради чего мы берем гибриды, это расход. А вот расскажи про расход. Самый минимальный расход у меня получался на круизе 90 км в час. Я никуда не торопился, никуда ничего не ехал. Да, по трассе. У меня выходило 3,5. Вот, вот можете верить, можете не верить, отвечаю, 3,5. Ехал когда в Питер, средний расход был 4,5-5 литров. Со включенным кондюком. С какой скоростью со средней ехал? 120-130. 120-130. Ну, опять же. С климатом, да? С климатом, со всеми делами. Отличный вообще показатель. Так, ну и вот самый главный вопрос по цене. По цене Ивану этот автомобиль обошелся 1 150 000. С Японии я вам скажу, что сейчас такие автомобили можно приобрести с аукциона от 1 050 000 и выше, с оценкой 3,5-4 балла, с пробегом до 100 000.
данный автомобиль с пробегом 87 тысяч километров, 2015 год этот автомобиль. И важно заметить, это 2 ВД, то есть 4 ВД идут уже дороже, где-то от 1 150 000 200 000 с аукциона, ну это с пробегом до 100, то есть если выше пробег, конечно, можно дешевле, и с хорошей аукционной оценкой, не R-ка. Вот, этот автомобиль обошелся ему 1 150 000. Я считаю, что это тоже отличная, хорошая цена. Так, ну и давай, знаешь что, наверное, проедемся? Легко. Посмотрим динамику его. Поехали, садимся. Так, смотрите, друзья, включили климат. Едем сейчас по небольшому бездорожью. Кстати, вот когда здесь ночью едешь на этом автомобиле, здесь круто все подсвечивается, очень красиво. Все тут еще сияет. Можно это все дело регулировать. Ну да, яркость регулируется. То есть, ну, все для людей, как говорится. Все для людей. Ребята из Honda просто красавцы. Делают все очень удобно, все красиво. Все, вот я говорю, что только стоит вот один климат на сенсоре. Блин, как круто современно смотрится. Чем вот эти вот барашки, крутилки все эти уже допотопные надоели. Сейчас мы выйдем на хорошую дорогу. Попробуем на ней ускориться, потому что... Вот да, кстати, мы ехали по бездорожью чисто на электродвигателе. И вот только что завелся ДВС. То есть на маленьких оборотах вы можете двигаться чисто прямо на электротяге. Сейчас выйдем на нормальную дорогу, попробуем ускориться. Можно даже без спорт-режима попробовать. Но я уже вам скажу, что я уже ездил, и тяга для такого автомобиля с такими габаритами более чем хорошая. Не, очень послушный автомобиль в плане рулежки, скажем так. Я был приятно удивлен, реально очень приятно удивлен, потому что очень послушно, дорогу держит. Идеально, просто идеально. И я вот на тот момент я понял, почему говорят вот Honda, почему вот Honda. Да, Honda все-таки прикольно. Потому что Toyota она более такая вальяжненькая, помягче, скажем так. А вот здесь она. Ну, по подвеске Toyota более, да, комфортно, мне кажется. Да, однозначно Toyota. Ну, смотря опять же, какая Toyota, опять же, смотря какая Honda, но, допустим, если, допустим, взять вот крайний автомобиль Toyota VilVes. Она все-таки чуть помягче, хотя, наверное... Давай, вот с 20 километров ускоряемся. Ну, хорошо, она нормально едет, хорошо ускоряется. То есть для обгона, я думаю, вполне достаточно будет, если нужно какое-то... А если спорт-режим включить, так вообще веселее. Это мы на обычном режиме, да, сейчас едем. Все, уже вот 110 мы едем. Ускорение хорошее у этого автомобиля. И вот когда начинаешь тормозить, получается, идет заряд батареи. Да, то есть... ну это как на электрокарах. Тут ну подобно. Приятно, приятно, приятно. То есть вот, допустим, мы на 40 свободно входим в поворот. Угу. Никаких проблем абсолютно. Да, сейчас на 40 зашли в поворот, машину даже вообще не наклонило, то есть как будто мы ехали по прямой. Кстати, батарейки здесь ставят литий-ионные, они, в принципе, довольно качественные. Такие же батарейки, вот подобные, ставят на Toyota Prius Alpha. То есть они тоже уже себя зарекомендовали, как и двигатели на огромном выборе моделей Honda. Поэтому, друзья, не бойтесь чего-то нового, не бойтесь гибридов. Да, уже 21 век, я думаю, что уже не стоит бояться гибридов. Это раньше, когда они только пошли, люди побаивались. Я думаю, дело осталось за малым. Не так скоро повсеместно будут либо электрички, либо гибриды, потому что, ну, действительно, прокармливать какие-нибудь там 2-3-литровые моторы, не, ну, как бы да, прикольно, все здорово, но, опять же, не всем по карману. Согласен, тем более с такими ценами на топливо. Опять же, топливо. Учитывая, что это универсал, соответственно, я человек семейный. Да. Я дорожу семейным бюджетом, который достается не так уж и просто. Поэтому... Ну и вообще, вот у кого есть семья, там двое детей, трое детей, это просто идеальный автомобиль, потому что я вам демонстрировал, сколько здесь места, и сзади сколько места, какой здесь багажник. Если вы куда-то поедете, там, не знаю, на море, куда-то путешествовать по России, на природу с палатками, без палаток отправитесь, это просто идеальный автомобиль. Идеально. Да, идеально. Для семьи. И Иван это подтвердит вам, потому что он ездил 1200 километров до Питера, он с большим комфортом проехал, с ребенком, с женой, всей семьей ездили. И
вообще. Кстати. С двумя детьми вы ездили? Да. Даже с двумя детьми вы ездили. Вот, но получается небольшое это лирическое отступление. Такое стечение обстоятельств получилось. В общем, мы остановились на заправке ночью, потому что мы уже немножко уже подустал, решили отдохнуть. И, в общем, присоседились мы к двум альфардам на белгородских номерах. Угу. Праворульные тоже. Тоже праворульные. В общем, ну, естественно, братья все разговорились. И я, конечно, посмотрел на альфард, ну, блин, да. И они, получается, спали на задних сиденьях, а у них задние сиденья эти капитанские. То есть там полностью регулируется всем, чем можно. Мне кажется, там даже нужно, когда заходишь, там нужно еще разуваться. Да. Там, ну, шик, блеск. Ну, ничего, так тоже разговорились, что, как, что, почему. В общем, друзья, на этом мы будем заканчивать. Я думаю, все самое главное мы вам показали, все рассказали. Кто собирается приобретать такой автомобиль, не бойтесь. Мы вам рассказали, сколько обслуживание здесь стоит, сколько калибровка там. В принципе, здесь не такие какие-то запредельные цены. Цены соизмеримы, мне кажется, с обслуживанием нашего отечественного автомобиля. Поэтому не бойтесь, приобретайте, наслаждайтесь комфортом и ездой этого автомобиля. Все, всем до встречи. Всем пока.